В России начался единый день голосования. Выбирают депутатов Государственной Думы, руководителей 7 субъектов Федерации, депутатов 39 региональных парламентов. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке. В европейской части тогда еще был вечер субботы. Впервые единый день голосования проходит в Крыму, который вошел в состав России 1,5 года назад. Право голоса есть у более чем 111 миллионов россиян, в том числе живущих за рубежом. Выборы в Думу проходят по смешанной системе. Партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а депутатам из одномандатных округов достаточно набрать относительное большинство голосов. По партийным спискам в выборах участвуют 14 политических движений, в том числе представленные в Думе нынешнего созыва «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» и «ЛДПР». Включая самовыдвиженцев, на мандаты претендуют более 6,5 тысяч человек, по 14 кандидатов на место.